Это история Бильбо Бэггинса, хоббита, который даже и не представляет себе, какие приключения его ожидают и к чему они приведут. Моя прелесть! Он знает дорогу отсюда! Жгите деревья! В этой норе жил-был хоббит. Бильбо Бэггинс был уважаемым хоббитом. Он вел жизнь спокойную и размеренную, а потому был немало удивлен, когда волшебник Гэндальф пригласил его отправиться в путешествие. Бильбо пытался было отказаться, но, увы, он имел неосторожность пригласить Гэндальфа на чай. На следующий день Гэндальф явился к Бильбо в компании 13 голодных гномов. Те съели все, что было у Бильбо съестного, а потом начали петь печальные песни и внимать речам своего короля Торина Дубощита. На рассвете мы отправляемся к одинокой горе. Мы отвоюем наше древнее королевство под горой, вернем себе наше сокровище и отомстим проклятому дракону Смаугу. Король Торин, вам нужен будет взломщик, который сможет прокрасться вглубь одинокой горы. Вот он, это Бильбо Бэггинс. Впечатлительный малыш, но бывает свиреп, как разъяренный дракон. Они напали на людей и на эльфов! Что это? Что ж, Бэггинс, раз уж ты влез в такой сон, так будь добр из него и вылезти! Вы, вонючие крысы, рвите их в клочья! Ай! Это был только сон, только сон. Но какое это было приключение! Несмотря на то, что Бильбо испугался, в его душе проснулось какое-то странное чувство. Ему вдруг захотелось повидать дальние страны, взять меч вместо посоха. И к собственному изумлению хоббит согласился отправиться в путь. Ты проспал все утро, Бэггинс. Думаешь, после этого Торин поверит, что ты отличный взломщик? Я ему покажу. Даже если мне для этого придется отправиться на восточный край света. Пока что тебе просто нужно отправиться в Зеленый Дракон. Гномы ждут тебя там. Но... На это нет времени. На сборы тоже. Только возьми свой посох. Кто знает, где ты окажешься сегодня. Стоило гномам подкрасться поближе, как тролли схватили их и сунули в мешки. Но внезапно они начали спорить, а потом и драться. Гэндальф поссорил их, искусно подделываясь под их голоса. Тролли дрались до рассвета, а когда взошло солнце, обратились в камень. У троллей поблизости должна быть пещера, в которой они прячутся от солнца. Мы должны ее осмотреть. Найди ее, Бильбо. Вскоре отряд добрался до Ривенделла, древней обители эльфов. Там гномы узнали о тайном входе в логово дракона, о двери, которая открывается лишь когда застучит дрозд. Отдохнув и набравшись сил, они отправились через мглистые горы, где их поджидали страшные опасности, каменные великаны и кое-что похуже. И
Я отправил Фили и Кили искать место для ночлега. Не поможешь ли ты Бофору разжечь костер? Они крепко спали в сухой и уютной пещере, когда Бильбо услышал какой-то шум. Во мраке и поднявшейся суете хоббит упал и ударился головой о камень. Очнувшись, он обнаружил, что остался один. Опять заблудился. Блуждая в туннелях, Бильбо случайно нашел блестящее золотое колечко и положил его в карман. Вскоре он заметил, что рядом кто-то есть. Это оказался Голлум, таинственный и странный обитатель подземного озера. Голлум предложил Бильбо сыграть в загадки. Правила были очень просты. Если проиграет Голлум, он покажет Бильбо выход из пещер. Если же проиграет Бильбо, Голлуму достанется вкусный ужин. Вскоре загадки у Бильбо закончились. Это красивенько. Что у меня в кармане? Нечестно, Голлум. Это моя загадка. Руксы, нож, шнурок или ничего? Не угадал ни разу. А теперь покажи мне выход. Сперва мы должны пойти и кое-что взять. Так что же у меня в кармане? Мое кольцо! Моя прелесть! Что у него в кармане? Он знает дорогу отсюда! Бильбо последовал за Голлумом и вскоре вышел на поверхность. Там он и встретил своих друзей. Однако приключения на этом не закончились. Вскоре на гномов напали злобные варги. Гэндальф поблагодарил за помощь повелителя орлов и попрощался с ним. Проводив гномов и хоббита до опушки Чернолесья, старый маг объявил, что вновь покидает отряд. Он показал безопасную тропу через лес и строго-настрого запретил гномам сворачивать с нее. Однако по пути у отряда кончились припасы, и, заметив пирующих лесных эльфов, изголодавшиеся гномы сошли с тропы. Эльфы исчезли, а Бильбо вновь остался один. Эй! Торин! Волк, заешь этих гномов! Это же надо потеряться в Чернолесье! Думаю, мне стоит их поискать. Лесные эльфы вернулись и взяли гномов в плен. Но Бильбо вовремя успел надеть свое кольцо. Эльфы увели гномов в чертоги своего короля и заперли ворота. Опять попались.
Гэндальфа нет, значит, спасать их придется мне. Постараюсь, чтобы эльфы меня не поймали. Иначе мы отсюда не выберемся. Бочки доплыли до долгого озера, и вскоре Бильбо и гномы оказались в озерном городе. Там Торин провозгласил себя королем одинокой горы, и горожане устроили великое празднество в честь гнома. В старинных пророчествах говорилось, что когда вернется король под горой, реки потекут золотом. Покуда гномы пировали, Бильбо решил осмотреть город. Добро пожаловать в озерный город. Мы тут отдохнем немного и отправимся к одинокой горе. И разыщи бургомистра озерного города и передай ему нашу благодарность за радушный прием. Он должен быть в большой зале. Люди озерного города попрощались с гномами, и те отправились к одинокой горе. Гномы прошли через земли, разоренные драконом, пустоши Смауга. Высоко в горах Бильбо заметил дрозда, клевавшего улиток. Затем он увидел замочную скважину, появившуюся на скале. Так был найден тайный ход в логово Смауга. Пришло время нашему уважаемому мистеру Бэггинсу показать, на что он способен. Ты должен войти в логово Смауга и принести мне золотую чашу Трора. Но будь осторожен, если ты разбудишь дракона, тебе не поздоровится. В озерном городе стояла тихая ночь, когда Барт заметил вдали золотистые отблески. Горожане подумали было, что река и вправду потекла золотом, но Барт знал, это огонь дракона. Стрелы ударяли в чешую дракона, не причиняя ему никакого вреда. Горожане бежали в ужасе. Барт наложил на тетиву заветную черную стрелу, и тут дрозд передал ему слова Бильбо. Лети же, черная стрела. Лети быстрее. Тремя днями позже древний ворон Рок поведал гномам, что дракон мертв, и что люди, лесные эльфы, выслали армии к одинокой горе, дабы потребовать свою долю сокровищ. Торин отослал Роука к своему кузену Дайену с просьбой о подмоге. Вот, держи его. Это часть твоей награды. Кольчуга из Митрила. Прекрасная броня, сделанная в давние времена для эльфийского принца. А теперь у меня для тебя есть очень важное дело. В сокровищнице заперт Аркенстон, сердце горы. Отправляйся туда и принеси мне этот камень. Сначала тебе нужно будет открыть эти двери. Поговори с Торином, выясни, чем ты можешь ему помочь. Я отдал бы все богатства одинокой горы за один этот камень, Бильбо. Принеси мне Аркенстон. Бильбо решил остановить эту нелепую и жестокую войну. Он забрал Аркенстон в качестве своей доли сокровищ, а потом отдал его предводителям людей и эльфов. Те предложили Аркенстон гномам в обмен на золото Смауга. Но Торин отказался от такого обмена и проклял Бильбо.
На следующий день к Одинокой горе пришла армия гномов под предводительством Дайна, и три воинства сошлись в бою. Люди стремились получить хоть какое-то воздаяние за то, что отнял у них дракон. Эльфы сочувствовали людям и хотели помочь им возродить город. Однако Ториэн не слушал ни тех, ни других. Стойте! Над вами нависла беда! Сюда идут гоблины с севера! Глядите! Вместо коней под ними варги! Предводители всех трех армий собрались на совет, дабы объединить силы против гоблинов. Бильбо решил сражаться вместе с эльфами. Армия Болга наступает на озерных людей с тыла, а Бард об этом еще ничего не знает. Нам нужно, чтобы кто-нибудь предупредил Барда. Это страшная и яростная битва. Кому же будет легче всего пробраться через поле боя? Думаю, получится. Они меня не видят, значит, и попасть не могут. И я гораздо проворнее этих гоблинов. Ты выполнил все, что от тебя требовалось, Бильбо. Я не хотел бы рисковать тобой. Но если ты хочешь пойти туда, где кипит жестокий бой, я не стану останавливать тебя. Используй свое кольцо и свой разум. Если мы потеряем Барда, то проиграем. Удачи тебе, Бильбо. Бьорн сокрушил Волга, короля гоблинов, но до победы было еще далеко. Внезапно Бильбо увидел орлов, но тут камень ударил его по голове, и больше он не видел уже ничего. Когда он пришел в себя, битва уже закончилась победой эльфов, гномов и людей. Смертельно раненый Ториэн, король под горой, последним усилием призвал Бильбо к себе. Он признался, что успел привязаться к хоббиту, для которого вкусная еда и веселая компания важнее любого золота. Древние пророчества сбылись. Дракона не стало, и золото рекой потекло из Эребора в возрождающийся озерный город. Бильбо простился с друзьями и отправился в обратный путь, взяв с собой лишь два небольших сундучка с сокровищами. На пути домой его ожидало немало опасностей и приключений. Но это уже совсем другая история.
Ух ты! Да у меня карман прохудился! Небось, теперь мои серебряные монетки рассыпаны по всему Хоббитону! Ой! Ты кто такой? О, глядите, что я поймал! Я вижу, ты нашел учебный свиток. Эти земли хранят мудрость древнего королевства Арно. Там такие свитки использовались для того, чтобы обучить молодых воинов боевым искусствам. Ныне эти бесценные свитки разбросаны по пустынным землям. Развернув такой свиток, ты сможешь обучиться новым боевым навыкам. Это эльфийка! И она ранена! Помогите! На меня напали тролли. Трое. Я ранена. И едва успела спрятаться от них в этих пещерах. Мое лекарство в соседней пещере. Но я слишком слаба, чтобы его взять. Ты можешь прийти... Прекрасный клинок! И с эльфийскими рунами! Для тролля это только перочинный ножик, но для хоббита прекрасный меч. Но тебе нужно имя. О! Знаю! Я дам тебе имя! Я буду звать тебя Жава! Тори, что ты сделал с моим взломщиком? Бофур послал его за хворостом для костра. Если он еще не вернулся, то пусть убирается куда хочет. Его пригласил я, а я не имею дела с бесполезными существами. Надеюсь, от камней он уворачивается лучше, чем собирает хворост. Оин сказал, что видел Бильбо на нижней тропе. Там внизу находятся древние рудники гномов. Еще в давние времена гоблины изгнали отсюда гномов. Ныне в этих залах обосновалось множество злобных тварей. Вы, гномы, должны разыскать мистера Бэггинса. Иначе я оставлю вас тут одних, и выпутывайтесь, как знаете. Бильбо, сюда, наверх. Гэндальф, ты в жизни не поверишь! Со мной тут такое было! Великаны и волки, и даже громадный тролль! Для рассказов времени хватит в тепле и сухости. Это должно остановить гоблинов. В тебе есть много такого, чего с первого взгляда и не разглядишь, Бильбо. Гномы разбили лагерь неподалеку, прямо за поворотом. Идем, мистер Бэггинс.
Гном? Приветствую! Бильбо Бэггинс к вашим услугам. Я Балфор из Железных гор. Благодарю тебя. Но для того, чтобы освободить меня, нужна сотня гномов. Или 1000 эльфов. Или один взломщик. Хорошо. Спустись в рудники и найди там большие ворота. Если подкупить охранника, Акслопа, то он их откроет. Когда пройдешь ворота, тебе нужно будет подняться наверх, в тюрьме. Туда они отводят меня, когда я заканчиваю работу в руднике. Освободи меня, и я... Свобода! Время порезвиться! Барук, хаза! Долгие годы гоблины заставляли меня работать на этих горняцких машинах гномов. Честь требует, чтобы они были разрушены. Иди по этой дороге, пока не найдешь вагонетку. На ней можно выехать из пещер. Эй! Кто ты? Ты не похож ни на эльфа, ни на гоблина. Я Горн, охотник из озерного города. Приветствую! Я Бильбо Бэггинс из Засилья. Я ищу своих друзей. Вы не видели? Не пробегали ли здесь 13 гномов? Нет, но я видел, как сквозь эти сети пауки протащились дюжину извивающихся коконов из паучьего шелка. Моим друзьям повезло меньше. Пауки убили всех в моем лагере, и моего брата тоже. Мне очень жаль твоего брата. Ты мог бы прожечь дыру в паутине, если бы у тебя было масло. Его можно найти в лагере на севере. В соседнем лагере я нашел вот этот перстень. Он случаем не твой? Перстень моего брата. Он хранился в нашей семье много поколений. Благодарю тебя, добрый хоббит, за то, что ты нашел его. Путь свободен. Желаю тебе найти твоих друзей. Изверг украсть наш обед! Тебе не вырваться из этой сети. Мы разыщем их после того, как подарим ему долги. Здравствуй, Бильбо. Ты и твои спутники, вы ничего нам не сделали. Боюсь, что твоих друзей держат в подземелье из чистого упрямства. Я помогу тебе. Чтобы попасть в подземелье, тебе будут нужны 3 кристалла. Король Трандуил хранит их в тронном зале. Будь осторожен с лесными эльфами, Бильбо. Я твой единственный друг здесь. Отправлять эти бочки в озерный город. Выглядит многообещающе. Если мне удастся освободить гномов, я посажу их в бочки и отправлю вниз по реке прямик. Эльфы сплавляют бочки по реке в озерный город. И если мы залезем в бочки, то эльфы сами помогут нам бежать. Мы набьем себе шишек, расшибемся и утонем. Но, думаю, у нас нет выбора. Тебе нужно будет усыпить дворецкого Галеона. В этих краях можно отыскать 3 необычных растения. Если ты положишь их в его кружку, то, выпив из нее, он глубоко заснет. Эльф! Все в порядке. Она наш друг. Ты должен усыпить Галеона, положив ему в питье 3 вида трав. Одно из растений можно найти во внутреннем дворе, другое — в тронном зале, а третье — в паучьем логове. Берегись. Когда-то в пещерах жили пауки, но этим средством можно уничтожить даже самую толстую и прочную паутину. Найди эти растения, Бильбо. И не тревожься за Галеона. Они не причинят... Галеона! Надо поторопиться! Как только травы подействуют, эта комната будет в моем полном распоряжении. Остальные гномы ждут наверху, только после вас, король Торин Дубощит. Хорошая работа, мистер Бэггинс. Сдается мне, я набью себе шишек. Пошевеливайся, взломщик. Мы отправляемся в озерный город.
король и в бочке. Надеюсь, я плотно пригнал крышки. Поехали! Ай, гномы не предназначены для таких путешествий. Да мне здесь почти нечем дышать. Подождите меня! Что это? Это Барт, капитан городской стражи. Мы слышали о ваших разнообразных талантах, и у нас есть для вас дело. Тебя называют опытным взломщиком. Так вот, нам нужен кто-то, кто умеет действовать скрытно. Виноторговцы в возмущении. Ночью кто-то украл у них винные бочки. Мы хотим, чтобы ты наблюдал за винными складами. Если заметишь кого-нибудь подозрительного, проследи за ним, но так, чтобы он тебя не увидел. Это очень важно, мистер Бэггинс. Ваша помощь в этом деле для нас просто неоценима. Ты нам поможешь? Я благодарен за радушный прием. В особенности приятный после нашего путешествия в бочках. Буду рад вам помочь. Прошу, прими это в знак нашей благодарности. Сказать об этом Барду. Судя по твоему описанию, это был Бартан. Придется мне с ним поговорить насчет пропавших винных бочек. Ты оказал озерному городу огромную услугу. В благодарность за это я произвожу тебя почетные городские стражники. Могу я еще чем-нибудь помочь? В город только что привезли ящики, и бургомистр полагает, что в них содержится что-то ценное для воров. Разузнай, что в них. Прошу тебя, прими вот это. Озерный город благодарен тебе за службу. Бильбо! Склад оказался гораздо более опасным местом, чем я думал. Встретимся в доме Сидра, Бильбо. Возможно, у меня найдется для тебя дело. Воры проникли в арсенал и выкрали оттуда оружие. К тому же они украли и мою черную стрелу. Черная стрела сделана гномами. Кое-кто полагает, что эта стрела заколдована. Я не потерплю, чтобы она оставалась в руках этих мерзавцев. Бильбо! В доме Сидра можно о многом узнать, но его завсегдатаи вряд ли станут распускать языки при мне. Зайди внутрь, посмотрим, что ты сможешь у них разузнать. Надеюсь, того, что мы им дали, хватит для того, чтобы они нас не тронули. Ну, конечно. Мы же с ними заключили сделку, верно? Гоблинам нельзя верить. Тебе это известно не хуже, чем мне. Твой хозяин сказал, у тебя есть то, что нам нужно. Это так? Он выполнил обещанное. Как я вижу, и ты тоже. Вместе мы сможем править этим городом. Вот так мы и ловим всяких бородатых тварей. Есть у тебя карта? Верно. Дай-ка посмотреть. Черная стрела. Если я смогу прокрасться мимо всех этих гоблинов и воров, то я смогу забрать и стрелу для барда. Гномы попытаются убить дракона. Если они это сделают, то золото наше. Черная стрела. Ты украл черную стрелу. Она же была здесь. Предательство. Бей гоблинов. Деритесь, гоблины, деритесь. Я их отыскал. Надо все поскорее рассказать барду. Здесь их можно окружить и схватить. Воры и гоблины там, в ловушке. Скорее на склад! Подожди здесь, городская стража управится с этим делом. Кто бы мог подумать, что такой малыш может оказаться таким полезным. Отличная работа, Бэггинс. Я нашел черную стрелу. В роду Гириона эта стрела с тех самых времен, когда она была откована гномами Одинокой горы. Я в долгу перед тобой. Перед уходом поговори со мной, я буду у большого зала. Ну что ж, Бильбо Бэггинс, ты сам этого хотел. Здесь спит Смауг великолепный.
тебе нужна была возможность подтвердить свою репутацию взломщика? Так вот, эта возможность как раз перед тобой. Смаук. И чаша, о которой говорил Торин, как раз у него под носом. Грабители обокрали! Воистину, это чаша моего деда. Отваги и хитрости у этого Бильбо гораздо больше, чем кажется. А удачи гораздо больше, чем положено. Многие тяготы мы претерпели ради того, что в этот день настал. Ныне мы убьем дракона Смауга и возвратим себе наш дом и наше сокровище. И как же мы это сделаем? У тебя же нет плана. У каждого дракона есть свое слабое место. Так говаривал мой батюшка. Посмотрим, так ли это. В конце концов, у меня же есть мое кольцо. Я прокрадусь в логово дракона. Посмотрим, что я смогу там увидеть. Отличный план, Бильбо. Удачи. Эй! Вор, я чувствую твой запах и твое движение. Выходи на свет, я на тебя взгляну. Может, мне удастся найти его слабое место? Вот только бы, если я смог забраться повыше, чтобы хорошенько его разглядеть. Если я не буду снимать кольцо, может быть, он меня и не увидит? Пожалуйста, бери, что хочешь. Здесь много сокровищ. Нет, спасибо. О, Смаук величайший. Я только хотел посмотреть, действительно ли ты так велик. У тебя хорошие манеры для вора. Похоже, ты меня знаешь, но я не припоминаю твоего запаха. Я, отгадывающий загадки, разрубающий паутину, оседлавший бочку и выигравший кольцо. Прекрасные титулы, но мои зубы остры, как мечи, а мое дыхание — смерть. Знаешь ли, я всегда полагал, что брюхо у драконов мягкое. А что ты думаешь вот об этом? Ослепительно! Какое совершенство! Нет ни меча, ни стрелы, которые могли бы ранить меня. Старый глупец! В его броне есть прореха прямо на груди. Что это? Что ж, воистину я более не должен задерживать ваше великолепие. Ты хочешь так быстро уйти, оседлавший бочку? Хочешь вернуться к этим злосчастным озерным людишкам? Вор! Взломщик! Озерный воришка! Бильбо рассказал, что в панцире, защищающем грудь дракона, есть прореха. Дрозд выслушал все и полетел в озерный город. Внезапно поднялся сильный ветер.
Бильбо и гномы едва успели скрыться в тайном ходе, когда дракон спикировал на скалу. Отряд оказался запертым в логове Смауга. Мы должны покинуть это место, прежде чем вернется дракон. Переправь нас через эту пропасть, Бильбо. Где-то здесь должен быть огромный рубин моего отца, Гройна. Если увидишь этот камень, принеси его мне. Где-то здесь находится ожерелье Гириона. Если ты найдешь это ожерелье, принеси его мне. Бильбо, если ты отыщешь копья короля Дартина, прошу тебя, принеси их. Бильбо, дедушка рассказывал мне о гигантском золотом блюде. Если ты найдешь его, принеси мне, а? Стоит мне только представить, как я ем с этого блюда жареную индейку. Благодарю тебя, Бильбо. Какое счастье, что эти копья снова оказались в руках гномов. Ожерелье Гириона! Благодарю тебя, Бильбо! Бильбо, у меня не хватит слов, чтобы отблагодарить тебя. Теперь мой сын сможет унаследовать то, что принадлежит ему по праву. Отличная работа, Бильбо. Гэндальф послал меня, чтобы я нашла Бьорна. Но мне нужно удерживать эту позицию. Скажи Бьорну, что Болт наступает с севера. Бьорн — единственный, кто поможет нам справиться с Болгом. Бьорн — оборотень. Он будет в обличии огромного черного медведя. Найди Бьорна, Бильбо! Это история Бильбо Бэггинса, хоббита, который даже и не представляет себе, какие приключения его ожидают и к чему они приведут. Моя прелесть! Он знает дорогу отсюда! Жгите деревья! В глубокой норе жил-был хоббит. Бильбо Бэггинс был уважаемым хоббитом. Он вел жизнь спокойную и размеренную, а потому был немало удивлен, когда волшебник Гэндальф пригласил его отправиться в путешествие. Бильбо пытался было отказаться, но, увы, он имел неосторожность пригласить Гэндальфа на чай. На следующий день Гэндальф явился к Бильбо в компании 13 голодных гномов. Те съели все, что было у Бильбо съестного, а потом начали петь печальные песни и внимать речам своего короля Торина Дубощита.
На рассвете мы отправляемся к одинокой горе. Мы отвоюем наше древнее королевство под горой, вернем себе наше сокровище и отомстим проклятому дракону Смаугу. Король Торин, вам нужен будет взломщик, который сможет прокрасться вглубь одинокой горы. Вот он, это Бильбо Бэггинс. Впечатлительный малыш, но бывает свиреп, как разъяренный дракон. Где я? А, гоблины! Они напали на людей и на эльфов! Что это? Что ж, Бэггинс, раз уж ты влез в такой сон, так будь добр из него и вылезти. Вы, вонючие крысы, рвите их в клочья! Ай! Это был только сон, только сон. Но какое это было приключение! Несмотря на то, что Бильбо испугался, в его душе проснулось какое-то странное чувство. Ему вдруг захотелось повидать дальние страны, взять меч вместо посоха. И к собственному изумлению, хоббит согласился отправиться в путь. Ты проспал все утро, Бэггинс. Думаешь, после этого Торин поверит, что ты отличный взломщик? Я ему покажу. Даже если мне для этого придется отправиться на восточный край света. Пока что тебе просто нужно отправиться в Зеленый Дракон. Гномы ждут тебя там. Но... На это нет времени. На сборы тоже. Только возьми свой посох. Кто знает, где ты окажешься сегодня. Стоило гномам подкрасться поближе, как тролли схватили их и сунули в мешки. Но внезапно они начали спорить, а потом и драться. Гэндальф поссорил их, искусно подделываясь под их голоса. Тролли дрались до рассвета, а когда взошло солнце, обратились в камень. У троллей поблизости должна быть пещера, в которой они прячутся от солнца. Мы должны ее осмотреть. Найди ее, Бильбо. Вскоре отряд добрался до Ривенделла, древней обители эльфов. Там гномы узнали о тайном входе в логово дракона, о двери, которые открываются лишь когда застучит дрозд. Отдохнув и набравшись сил, они отправились через мглистые горы, где их поджидали страшные опасности, каменные великаны и кое-что похуже. Я отправил Фили и Кили искать место для ночлега. Не поможешь ли ты Бофору разжечь костер? Они крепко спали в сухой и уютной пещере, когда Бильбо услышал какой-то шум. И поднявшейся суете, хоббит упал и ударился головой о камень. Очнувшись, он обнаружил, что остался один. Опять заблудился. Блуждая в туннелях, Бильбо случайно нашел блестящее золотое колечко и положил его в карман. Вскоре он заметил, что рядом кто-то есть. Это оказался Голлум, таинственный и странный обитатель подземного озера. Голлум предложил Бильбо сыграть в загадки. Правила были очень просты. Если проиграет Голлум, он покажет Бильбо выход из пещер. Если же проиграет Бильбо, Голлуму достанется вкусный ужин. Вскоре загадки у Бильбо закончились. Это красивенько. Что у меня в кармане? Нечестно, Голлум. Это моя загадка.
Руксы? Нож? Шнурок? Или ничего? Не угадал ни разу. А теперь покажи мне выход. Сперва мы должны пойти и кое-что взять. Так что же у меня в кармане? Мое кольцо! Моя прядь! Что у него в кармане? Он знает дорогу отсюда! Бильбо последовал за голумом и вскоре вышел на поверхность. Там он и встретил своих друзей. Однако приключения на этом не закончились. Вскоре на гномов напали злобные варги. Гэндальф поблагодарил за помощь повелителя орлов и попрощался с ним. Проводив гномов и хоббита до опушки Чернолесья, старый маг объявил, что вновь покидает отряд. Он показал безопасную тропу через лес и строго-настрого запретил гномам сворачивать с нее. Однако по пути у отряда кончились припасы, и, заметив пирующих лесных эльфов, изголодавшиеся гномы сошли с тропы. Эльфы исчезли, а Бильбо вновь остался один. Эй! Торин! Волк, заешь этих гномов! Это же надо потеряться в Чернолесье! Думаю, мне стоит их поискать. Лесные эльфы вернулись и взяли гномов в плен. Но Бильбо вовремя успел надеть свое кольцо. Эльфы увели гномов в чертоги своего короля и заперли ворота. Опять попались. Гэндальфа нет, значит, спасать их придется мне. Постараюсь, чтобы эльфы меня не поймали. Иначе мы отсюда не выберемся. Бочки доплыли до Долгого озера, и вскоре Бильбо и гномы оказались в озерном городе. Там Торин провозгласил себя королем Одинокой горы, и горожане устроили великое празднество в честь гномов. В старинных пророчествах говорилось, что когда вернется король под горой, реки потекут золотом. Покуда гномы пировали, Бильбо решил осмотреть город. Добро пожаловать в Озерный город. Мы тут отдохнем немного и отправимся к Одинокой горе. И разыщи бургомистра Озерного города и передай ему нашу благодарность за радушный прием. Он должен быть в большой зале. Люди Озерного города попрощались с гномами, и те отправились к Одинокой горе. Гномы прошли через земли, разоренные драконом, пустоши Смауга. Высоко в горах Бильбо заметил дрозда, клевавшего улиток. Затем он увидел замочную скважину, появившуюся на скале. Так был найден тайный ход в логово Смауга. Пришло время нашему уважаемому мистеру Бэггинсу показать, на что он способен. Ты должен войти в логово Смауга и принести мне золотую чашу Трора. Но будь осторожен,
Если ты разбудишь дракона, тебе не поздоровится. В озерном городе стояла тихая ночь, когда Барт заметил вдали золотистые отблески. Горожане подумали было, что река и вправду потекла золотом, но Барт знал, это огонь дракона. Стрелы удаляли в чешую дракона, не причиняя ему никакого вреда. Горожане бежали в ужасе. Барт наложил на тетиву заветную черную стрелу, и тут Дрозд передал ему слова Бильбо. Лети же, черная стрела. Лети быстрее. Тремя днями позже древний ворон Рок поведал гномам, что дракон мертв, и что люди и лесные эльфы выслали армии к одинокой горе, дабы потребовать свою долю сокровищ. Торин отослал Роука к своему кузену Дайену с просьбой о подмоге. Вот, держи его. Это часть твоей награды. Кольчуга из Митрила. Прекрасная броня, сделанная в давние времена для эльфийского принца. А теперь у меня для тебя есть очень важное дело. В сокровищнице заперт Аркенстон, сердце горы. Отправляйся туда и принеси мне этот камень. Сначала тебе нужно будет открыть эти двери. Поговори с Сорином, выясни, чем ты можешь ему помочь. Я отдал бы все богатства одинокой горы за один этот камень, Бильбо. Принеси мне Аркенстон. Бильбо решил остановить эту нелепую и жестокую войну. Он забрал Аркенстон в качестве своей доли сокровищ, а потом отдал его предводителям людей и эльфов. Те предложили Аркенстон гномам в обмен на золото Смауга. Но Торин отказался от такого обмена и проклял Бильбо. На следующий день к одинокой горе пришла армия гномов под предводительством Дайена, и три воинства сошлись в бою. Люди стремились получить хоть какое-то воздаяние за то, что отнял у них дракон. Эльфы сочувствовали людям и хотели помочь им возродить город. Однако Торин не слушал ни тех, ни других. Над вами нависла беда. Сюда идут гоблины с севера. Глядите, вместо коней под ними варги. Предводители всех трех армий собрались на совет, дабы объединить силы против гоблинов. Бильбо решил сражаться вместе с эльфами. Армия Болга наступает на озерных людей с тыла, а Барт об этом еще ничего не знает. Нам нужно, чтобы кто-нибудь предупредил Барда. Это страшная и яростная битва. Кому же будет легче всего пробраться через поле боя? Думаю, получится. Они меня не видят, значит, и попасть не могут. И я гораздо проворнее этих гоблинов. Ты выполнил все, что от тебя требовалось, Бильбо. Я не хотел бы рисковать тобой.
Но если ты хочешь пойти туда, где кипит жестокий бой, я не стану останавливать тебя. Используй свое кольцо и свой разум. Если мы потеряем Барда, то проиграем. Удачи тебе, Бильбо. Бьорн сокрушил Волга, короля гоблинов. Но до победы было еще далеко. Внезапно Бильбо увидел орлов. Но тут камень ударил его по голове, и больше он не видел уже ничего. Когда он пришел в себя, битва уже закончилась победой эльфов, гномов и людей. Смертельно раненый Торин, король под горой, последним усилием призвал Бильбо к себе. Он признался, что успел привязаться к хоббиту, для которого вкусная еда и веселая компания важнее любого золота. Древние пророчества сбылись. Дракона не стало, и золото рекой потекло из Эребора в возрождающийся озерный город. Бильбо простился с друзьями и отправился в обратный путь, взяв с собой лишь два небольших сундучка с сокровищами. На пути домой его ожидало немало опасностей и приключений. Но это уже совсем другая история.
Ух ты! Да у меня карман прохудился. Небось, теперь мои серебряные монетки рассыпаны по всему Хоббитону. О, ты кто такой? О, глядите, что я поймал! Вижу, ты нашел учебный свиток. Эти земли хранят мудрость древнего королевства Арно. Там такие свитки использовались для того, чтобы обучить молодых воинов боевым искусствам. Ныне эти бесценные свитки разбросаны по пустынным землям. Развернув такой свиток, ты сможешь обучиться новым боевым навыкам. Это эльфийка. И она ранена. Помогите! На меня напали тролли. Трое. Я ранена. И едва успела спрятаться от них в этих пещерах. Мое лекарство в соседней пещере. Но я слишком слаба, чтобы его взять. Ты можешь при... Прекрасный клинок! И с эльфийскими рунами! Для тролля это только перочинный ножик, но для хоббита прекрасный меч. Но тебе нужно имя. О! Знаю! Я дам тебе имя! Я буду звать тебя Жава! Тори, что ты сделал с моим взломщиком? Бофур послал его за хворостом для костра. Если он еще не вернулся, то пусть убирается куда хочет. Его пригласил я, а я не имею дела с бесполезными существами. Надеюсь, от камней он уворачивается лучше, чем собирает хвор. Оин сказал, что видел Бильбо на нижней тропе. Там внизу находятся древние рудники гномов. Еще в давние времена гоблины изгнали отсюда гномов. Ныне в этих залах обосновалось множество злобных тварей. Вы, гномы, должны разыскать мистера Бэггинса. Иначе я оставлю вас тут одних, и выпутывайтесь, как знаете. Бильбо, сюда, наверх. Гэндальф, ты в жизни не поверишь! Со мной тут такое было! Великаны и волки, и даже громадный тролль! Для рассказов времени хватит в тепле и сухости. Это должно остановить гоблинов. В тебе есть много такого, чего с первого взгляда и не разглядишь, Бильбо. Гномы разбили лагерь неподалеку, прямо за поворотом. Идем, мистер Бэггинс. Гном? Приветствую. Бильбо Бэггинс к вашим услугам. Я Балфор из Железных гор. Благодарю тебя. Но для того, чтобы освободить меня, нужна сотня гномов. Или тысяча эльфов. Или один взломщик. Хорошо. Спустись в рудники и найди там большие ворота. Если подкупить охранника, Акслопа, то он их откроет. Когда пройдешь ворота, тебе нужно будет подняться наверх, в тюрьме. Туда они отводят меня, когда я заканчиваю работу в руднике. Освободи меня, и я... Свобода! Время порезвиться! Барук, хаза! Долгие годы гоблины заставляли меня работать на этих горняцких машинах гномов. Честь требует, чтобы они были разрушены. Иди по этой дороге, пока не найдешь вагонетку. На ней можно выехать из пещер. Эй! Кто ты? Ты не похож ни на эльфа, ни на гоблина. Я Корн, охотник из озерного города. Приветствую! Я Бильбо Бэггинс из Засилья. Я ищу своих друзей. Вы не видели? Не пробегали ли здесь 13 гномов? Нет, но я видел, как сквозь эти сети пауки протащились дюжину извивающихся коконов из паучьего шелка. Моим друзьям повезло меньше. Пауки убили всех в моем лагере. И моего брата тоже. Мне очень жаль твоего брата. Ты мог бы прожечь дыру в паутине, если бы у тебя было масло. Его можно найти в лагере на севере. В соседнем лагере я нашел вот этот перстень. Он, случаем, не твой? Перстень моего брата. Он хранился в нашей семье много поколений. Благодарю тебя, добрый хоббит, за то, что ты нашел его.
Путь свободен. Желаю тебе найти твоих друзей. Изверку Храс, наш обед! Тебе не вырваться из этой сети. Мы разыщем их после того, как подарим ему долги. Здравствуй, Бильбо. Ты и твои спутники, вы ничего нам не сделали. Боюсь, что твоих друзей держат в подземелье из чистого упрямства. Я помогу тебе. Чтобы попасть в подземелье, тебе будут нужны 3 кристалла. Король Трандуил хранит их в тронном зале. Будь осторожен с лесными эльфами, Бильбо. Я твой единственный друг здесь. Отправлять эти бочки в озерный город. Выглядит многообещающе. Если мне удастся освободить гномов, я посажу их в бочки и отправлю вниз по реке прямик. Эльфы сплавляют бочки по реке в озерный город. И если мы залезем в бочки, то эльфы сами помогут нам бежать. Мы набьем себе шишек, расшибемся и утонем. Но, думаю, у нас нет выбора. Тебе нужно будет усыпить дворецкого Галеона. В этих краях можно отыскать 3 необычных растения. Если ты положишь их в его кружку, то, выпив из нее, он глубоко заснет. Эльф! Все в порядке. Она наш друг. Ты должен усыпить Галеона, положив ему в питье 3 вида трав. Одно из растений можно найти во внутреннем дворе, другое — в тронном зале, а третье — в паучьем логове. Берегись. Когда-то в пещерах жили пауки, но этим средством можно уничтожить даже самую толстую и прочную паутину. Найди эти растения, Бильбо. И не тревожься за Галеона. Они не причинят... Галеона! Надо поторопиться! Как только травы подействуют, эта комната будет в моем полном распоряжении. Остальные гномы ждут наверху, только после вас, король Торин Дубощит. Хорошая работа, мистер Бэггинс. Сдается мне, я набью себе шишек. Пошевеливайся, взломщик. Мы отправляемся в озерный город. Король и в бочке. Надеюсь, я плотно пригнал крышки? Поехали! Ай, гномы не предназначены для таких путешествий. Да мне здесь почти нечем дышать. Подождите меня! А, ой, что это? Бэк! Это Барт, капитан городской стражи. Мы слышали о ваших разнообразных талантах, и у нас есть для вас дело. Тебя называют опытным взломщиком. Так вот, нам нужен кто-то, кто умеет действовать скрытно. Виноторговцы в возмущении. Ночью кто-то украл у них винные бочки. Мы хотим, чтобы ты наблюдал за винными складами. Если заметишь кого-нибудь подозрительного, проследи за ним, но так, чтобы он тебя не увидел. Это очень важно, мистер Бэггинс. Ваша помощь в этом деле для нас просто неоценима. Ты нам поможешь? Я благодарен за радушный прием. В особенности приятный после нашего путешествия в бочках. Буду рад вам помочь. Прошу, прими это в знак нашей благодарности. Сказать об этом Барду. Судя по твоему описанию, это был Бартан.
Придется мне с ним поговорить насчет пропавших винных бочек. Ты оказал озерному городу огромную услугу. Благодарный за это я произвожу тебя почетные городские стражники. Могу я еще чем-нибудь помочь? В город только что привезли ящики, и бургомистр полагает, что в них содержится что-то ценное для воров. Разузнай, что в них. Прошу тебя, прими вот это. Озерный город благодарен тебе за службу. Бильбо! Склад оказался гораздо более опасным местом, чем я думал. Встретимся в доме Сидра, Бильбо. Возможно, у меня найдется для тебя дело. Воры проникли в арсенал и выкрали оттуда оружие. К тому же они украли и мою черную стрелу. Черная стрела сделана гномами. Кое-кто полагает, что эта стрела заколдована. Я не потерплю, чтобы она оставалась в руках этих мерзавцев. Бильбо, в доме Сидра можно о многом узнать. Но его завсегдатаи вряд ли станут распускать языки при мне. Зайди внутрь. Посмотрим, что ты сможешь у них разузнать. Надеюсь, того, что мы им дали, хватит для того, чтобы они нас не тронули. Ну, конечно. Мы же с ними заключили сделку, верно? Гоблинам нельзя верить. Тебе это известно не хуже, чем мне. Твой хозяин сказал, у тебя есть то, что нам нужно. Это так? Он выполнил обещанное. Как я вижу, и ты тоже. Вместе мы сможем править этим городом. Вот так мы и ловим всяких бородатых тварей. Есть у тебя карта? Верно. Дай-ка посмотреть. Черная стрела. Если я смогу прокрасться мимо всех этих гоблинов и воров, то я смогу забрать и стрелу для барда. Гномы попытаются убить дракона. Если они это сделают, то золото наше. Черная стрела. Ты украл черную стрелу. Она же была здесь. Предательство. Бей гоблинов. Деритесь, гоблины, деритесь. Я их отыскал. Надо все поскорее рассказать барду. Здесь их можно окружить и схватить. Воры и гоблины там, в ловушке. Скорее на склад! Подожди здесь, городская стража управится с этим делом. Кто бы мог подумать, что такой малыш может оказаться таким полезным. Отличная работа, Бэггинс. Я нашел черную стрелу. В роду Гириона эта стрела с тех самых времен, когда она была откована гномами Одинокой горы. Я в долгу перед тобой. Перед уходом поговори со мной, я буду у большого зала. Ну что ж, Бильбо Бэггинс, ты сам этого хотел. Здесь спит Смауг великолепный. Тебе нужна была возможность подтвердить свою репутацию взломщика? Так вот, эта возможность как раз перед тобой. Смауг. И чаша, о которой говорил Торин, как раз у него под носом. Грабители обокрали. Воистину, это чаша моего деда. Отваги и хитрости у этого Бильбо гораздо больше, чем кажется. А удачи гораздо больше, чем положено. Многие тяготы мы претерпели ради того, что в этот день настал. Ныне мы убьем дракона Смауга и возвратим себе наш дом и наше сокровище. И как же мы это сделаем? У тебя же нет плана. У каждого дракона есть свое слабое место. Так говаривал мой батюшка. Посмотрим, так ли это. В конце концов, у меня же есть мое кольцо.
Я прокрадусь в логово дракона. Посмотрим, что я смогу там увидеть. Отличный план, Бильбо. Удачи. Эй! Вор, я чувствую твой запах и твое движение. Выходи на свет, я на тебя взгляну. Может, мне удастся найти его слабое место? Вот только бы, если я смог забраться повыше, чтобы хорошенько его разглядеть. Если я не буду снимать кольцо, может быть, он меня и не увидит? Пожалуйста, бери, что хочешь. Здесь много сокровищ. Нет, спасибо. О, Смаук величайший. Я только хотел посмотреть, действительно ли ты так велик. У тебя хорошие манеры для вора. Похоже, ты меня знаешь, но я не припоминаю твоего запаха. Я, отгадывающий загадки, разрубающий паутину, оседлавший бочку и выигравший кольцо. Прекрасные титулы, но мои зубы остры, как мечи, а мое дыхание — смерть. Знаешь ли, я всегда полагал, что брюхо у драконов мягкое. А что ты думаешь вот об этом? Ослепительно! Какое совершенство! Нет ни меча, ни стрелы, которые могли бы ранить меня. Старый глупец, в его броне есть прореха прямо на груди. Что это? Что ж, воистину я более не должен задерживать ваше великолепие. Ты хочешь так быстро уйти, оседлавший бочку? Хочешь вернуться к этим злосчастным озерным людишкам? Вор! Взломщик! Озерный воришка! Бильбо рассказал, что в панцире, защищающем грудь дракона, есть прореха. Дрозд выслушал все и полетел в озерный город. Внезапно поднялся сильный ветер. Бильбо и гномы едва успели скрыться в тайном ходе, когда дракон спикировал на скалу. Отряд оказался запертым в логове Смауга. Мы должны покинуть это место, прежде чем вернется дракон. Переправь нас через эту пропасть, Бильбо. Где-то здесь должен быть огромный рубин моего отца, Гройна. Если увидишь этот камень, принеси его мне. Где-то здесь находится ожерелье Гириона. Если ты найдешь это ожерелье, принеси его мне. Бильбо, если ты отыщешь копья короля Дартина, прошу тебя, принеси их. Бильбо, дедушка рассказывал мне о гигантском золотом блюде. Если ты найдешь его, принеси мне, а? Стоит мне только представить, как я ем с этого блюда жареную индейку. Благодарю тебя, Бильбо. Какое счастье, что эти копья снова оказались в руках гномов. Ожерелье Гириона! Благодарю тебя, Бильбо! Бильбо, у меня не хватит слов, чтобы отблагодарить тебя. Теперь мой сын сможет унаследовать то, что принадлежит ему по праву. Отличная работа, Бильбо. Гэндальф послал меня, чтобы я нашла Бьорна. Но мне нужно удерживать эту позицию. Скажи Бьорну, что Болг наступает с севера. Бьорн единственный, кто поможет нам справиться с Болгом. Бьорн оборотень. Он будет в обличии огромного черного медведя. Найди Бьорна, Бильбо.
крепко спали в сухой и уютной пещере, когда Бильбо услышал какой-то шум. Во мраке и поднявшейся суете хоббит упал и ударился головой о камень. Очнувшись, он обнаружил, что остался один. Опять заблудился. Блуждая в туннелях, Бильбо случайно нашел блестящее золотое колечко и положил его в карман. Вскоре он заметил, что рядом кто-то есть. Это оказался Голлум, таинственный и странный обитатель подземного озера. Голлум предложил Бильбо сыграть в загадки. Правила были очень просты. Если проиграет Голлум, он покажет Бильбо выход из пещер. Если же проиграет Бильбо, Голлуму достанется вкусный ужин. Вскоре загадки у Бильбо закончились. Это красивенько. Что у меня в кармане? Нечестно, Голлум. Это моя загадка. Руксы, нож, шнурок или ничего? Не угадал ни разу. А теперь покажи мне выход. Сперва мы должны пойти и кое-что взять. Так что же у меня в кармане? Мое кольцо! Моя прелесть! Что у него в кармане? Он знает дорогу отсюда! Бильбо последовал за Голлумом и вскоре вышел на поверхность. Там он и встретил своих друзей. Однако приключения на этом не закончились. Вскоре на гномов напали злобные варги. Старые друзья, мы спасены.